Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат. В этом видео мы с вами рассмотрим очень красивую консультационную партию, которая была сыграна в Париже в знаменитом кафе Режанс в 1911 году. Белыми играли два местных шахматиста Лазар и Пап, а черными известный мастер тех времен Федор Иванович Дус Хатимирский. Эрудированные любители шахмат прекрасно помнят его знаменитую партию против чемпиона мира Эммануила Ласкера, которую он выиграл у Вильтмейстера в 1909 году и таким образом стал членом символического клуба Михаила Чигорина. Также интересно, что именно Дус Хатимирский дал название одному из самых популярных вариантов сицилианской защиты. Речь идет о варианте дракона. Федор Иванович подметил сходство расположения черных пешек в этом варианте с созвездием дракона. Итак, Е4 сыграли консультанты, Е5, конь f 3 конь c 6 конь c 3 и конь f 6 Дебют четырех коней, довольно известное начало, слон b 5 основной ход и черные избирают симметричную систему. Слон b4, 2020, d3, d6 и слон g5. Белые создали конкретную угрозу конь d5 с разменом на f6 и разрушением пешечного прикрытия черного короля. Поэтому черные нарушают симметрию и забирают коня bc В этом положении стандартный прием оттеснения слона с целью избавиться от связки, наталкивался на столь же стандартную жертву коня за две пешки. Речь идет о варианте H6, слон H4 и G5. Далеко не лучшее продолжение в этой ситуации. После конь G5, HG, слон G5, связка коня стала еще более неприятной. Белые грозят вскрыть линию F, сыграв F2, F4, и черный король подвергнется мощной атаке. Поэтому в данной позиции черные играют ферзь E7. Дус Хатимирский избирает систему Медгера, в случае основного ладья e1 он готов сыграть конь d8. И на d4 конь переходит на e6, тревожа коня g5. Но консультанты избрали другой ход и пошли конь d2. Они намерены оставить ладью на f1 и ввести ее в бой с помощью хода f2, f4. К тому же белый конь освобождает своему ферзю путь на королевский фланг. Дус Хатимирский сразу же реагирует на отход коня, он играет h6 и на слон h4, уже не боясь жертвы на g5, смело ставит пешку на это поле. Слон g3 и еще один тонкий ход слон g4. Таким образом, черные пытаются выманить пешку на f3 и ослабить черные поля на королевском фланге соперника. Эта затея удается. Белые нападают на слона и тот отходит на d7. Благодаря движению белой пешки на f3, радиус действия белого ферзя значительно сократился. И сейчас стал возможным маневр конь h5. В этом положении белым следовало задуматься о ходе ладья e1 и на конь h5 просто отойти на f2 с целью перевести коня через f1 на e3 и далее на d5 или f5. Но консультанты сыграли иначе. Они захотели использовать некоторую ослабленность пешечного прикрытия черного короля и пошли h2h4. Это серьезная неточность. Черные играют конь h5 и создают двойную угрозу. Они хотят не только забрать слона, но и скушать пешку h4. К ее атаке подключился черный ферзь. Поэтому и ферзь белых не дремлет. Он становится на e1, защищаясь от угроз соперника. Конь d8. Происходит размен белопольных слонов и размен пешек. Естественно, конь на d8 долго не задержится, он стремится на e6, откуда возьмет под контроль важное поле f4. В этой позиции белым следовало подумать о немедленном использовании открытой вертикали h. Речь идет о ходе король f2. В случае f5 следует размен на этом поле ладья h1. Если забрать на g3, то король g3, шах на f4 не опасен король вернется обратно на f2. Ну а если пойти конь f6, то конь c4 с дальнейшим конь e3 и нападением на ферзя. Ну а шаг на g4 не опасен. Белые возвращают короля на g1 и черные должны вернуть коня на место. Но вместо лучшего хода король f2 консультанты решили использовать некоторые тактические особенности этой позиции и пошли ферзь e3. Естественно, взятие на g3 это ход проигрывающий, потому что после ферзь g5, король h8, ферзь бьет g3, белые уже сыграют король f2 и дальше просто будут грозить линейным матом. Поэтому Дуз Хатимирский не попадается на простую уловку своих соперников, а защищает пешку, играя f6. Сейчас слон действительно под боем. Неплохо было бы его защитить все тем же ходом король f2, с целью захватить контроль над крайней вертикалью. Но белые на f2 отходят слоном. И это создает очень серьезные проблемы их королю. Дальнейшая игра черных и проста, и весьма логична. Король же 7. В отличие от соперника, черные понимают важность крайней вертикали и по ней будут развивать в дальнейшем атаку на белого короля. Консультанты пытаются проявить активность в центре, играют d4, но, естественно, понимая, что фланговая атака особенно сильна при закрытом центре, Федор Иванович просто подтягивает фигуры. Он играет конь e6, нацеливаясь на пункт f4. Бело же играет g3, вроде бы не давая одному из черных коней стать на это поле. Но, тем не менее, все же следует конь e f4. Вот такая интересная жертва коня Теперь эта далеко выдвинутая фигура черных поддерживает указанный маневр ферзя с матом. Что же делать белым? Если принять жертву, то самым точным является даже не f со вскрытием вертикали g, там черные в принципе тоже побеждают, а ход ферзя h3. И далее черные хотят второго коня поставить на f4, объявив при этом мат. У белых здесь приемлемой защиты просто нет. Поэтому консультанты сыграли g4, отрезая путь ферзю черных к полю h3 и при этом нападая на коня h5. Хотя, конечно, нападение мнимое, потому что в случае взятия gh последует все тот же ход ферзь h3 и белым придется отдать ферзя на f4. Но, тем не менее, черные в этой ситуации демонстрируют очень интересную перегруппировку своих коней. Обычно на одно сильное поле приходится сразу несколько фигур. По правилам шахмат их все одновременно на это поле поставить невозможно. Но вот в этой партии Дус Хатимирский сумел поставить на поле f4 сначала одного коня, а затем еще и другого. Конь h3 шах, король h2 и конь 5 f4. Сейчас угрожает ладья h8 и далее вскрытый шах с быстрым матом. Поэтому король прячется на G3. Ладя H8, ладя H1. Белые наконец осознали важность крайней вертикали, но сделали они это очень поздно. Позиция черных уже выиграна благодаря непоправимой слабости белого короля. Но посмотрите, как вдохновенно и очень оригинально ведет свою атаку Дуз Хатимирский в дальнейшей борьбе он не применил даже ферзя пожертвовать и закончил партию прямой матовой атакой. Ладья h4. Пока что черные сдваивают свои ладьи по вертикали h. Белые просто стоят на месте. Ладья а f1, b6. Вот такой предупреждающий ход. Дело в том, что белые в какой-то момент могли сыграть d4, d5, либо забрать на e5 и в дальнейшем полакомиться пешками ферзевого фланга. Хотя, скорее всего, без этого хода b7, b6 черные могли обойтись и просто сыграть ладья а 8 Настолько сильна их позиция. d5 сыграли консультанты. Центр полностью закрыт. У белых нет никакой контр -игры. Ладья а h8, слон e1 и ферзь а4. Все фигуры черных, кроме ферзя, сконцентрированы на королевском фланге. Сейчас черные создают угрозу выигрыша пешки. Белые не могут одним ходом одновременно защитить обе свои слабости, поэтому играют конь b3. Черные вполне могли забрать пешку а2, но Дуз Хатимирский имеет другую цель. Он ставит ферзя на c4. Белые играют конь c1, ожидая смертного приговора. И он приводится в исполнение ходом ферзь f1. Дус Хатимирский жертвует ферзя. Цель – отвлечь белую ладью с вертикали h. Ладья бьет f1, играют консультанты. Еще одна жертва – конь f2. Линия h наконец открыта. Если забрать коня ферзем, ладьей, либо слоном, последует ладья h3 мат. Если же забрать коня королем, то также мат. Ладья h2, король g3, либо g1 и ладья g2. Но здесь консультанты играют ферзь бьет f4, пытаясь избежать немедленного мата. Конечно, черные могли забрать этого ферзя одной из пешек и объявить мат двумя ладьями. Король никак не может скрыться. Шах и мат. Но указанный мат на один ход длиннее, чем тот, который собирается поставить Дус Хакимирский. Он делает самый точный ход ладья h2, намереваясь поставить мат с помощью второй ладьи. Здесь белые могут только отсрочить свою гибель, забрав ферзем пешку g5, но на следующем ходу последует мат на h3. Поэтому здесь консультанты сдались. Вот такая прекрасная партия известного русского шахматиста Федора Ивановича Дусхатимирского. В этой партии он проявил как блестящее стратегическое понимание создавшегося положения, так и незаурядные тактические способности. Смело пожертвовал Ферзя, он пошел еще и на отдачу коня, и в конце концов вынудил соперников сдаться перед лицом неизбежного мата. Надеюсь, этот замечательный поединок найдет отклик в ваших сердцах и вы не забудете поставить лайк этому видео. Пишите также комментарии, подписывайтесь на канал Шахматы для всех. А я вас благодарю за внимание. До свидания.